воздействие законов на людей. Как вы и рекомендовали, начала читать законы с конца, то есть с низкоэнергетических к высшим. Ясность была полная, хоть и приходилось прочитывать один закон по несколько раз, иногда даже по 10-20 раз, пока не вникала в смысл полностью. Ваша информация раскрывает весь спектр познания и имеет более доступный понятийный диапазон восприятия лично для меня. И вот вчера, во время работы над одной из глав, меня как подбросило с места. Не знаю, что это было. Электрический разряд. И здесь следует сказать, что последнее время я себя плохо чувствовала. Сказывалась травма. Болел позвоночник, и после аварии у меня были полностью онемевшие нижние конечности. То есть ступни ног и выше я не ощущала. Но при ходьбе научилась на это не обращать внимания. Представляете, каково было мое удивление, когда после работы над очередной страницей законов мои ступни обдало жаром. И жар прошел по позвоночнику. Я не могла пошевелиться и лежала какое-то время, ощущая только этот жар и читая законы, все на одном и том же месте. Затем жар прекратился, но в голове появилась мысль, что я обязательно исцелюсь. Я стала чувствовать свои ноги, а до этого их не ощущала. И в этом мне помогли законы мироздания. Из письма из города Челябинска от О.Е. Каждому воздается по степени его понимания читаемого.